А какую игрушку сейчас вы проверяете? Сейчас мы фортифицируем, проверяем содержание, в общем, кадмия внутри. Ну, это один из токсичных элементов, который нормируется, в общем, не должно превышать нормы, которые установлены санитарными правилами. То, что я проверял сейчас, ну, она соответствует санитарным гигиеническим правилам. И сколько, извините, и сколько этих игрушек вы уже вот сумели на этих оборудованиях проверить, и этот, и как качество, и какое в основном этот некачество? Могу сказать, что у меня более 150 образцов, протоколов. Образцов, наверное, будет очень много, потому что в каждом протоколе может 8-7 образцов. Проверили из них где-то 70, более 70 протоколов у нас забракованы продукция. То есть игрушки где-то более 40%. Особенно китайская, не соответствует требованиям стандартам. Мы обычно используем межгосударственный стандарт, стандартный в том числе России, она не соответствует этим требованиям стандартам. Барами соль не гофлин, да, Амира? Я хуёшь, не знаю. Не-не-не, не гофлин. Ами? Ами, куда клаешь микина? Я там ждал. Ага, уже гуще, да? Гуще. А он и был от хуйнашего. Хай. Двигать сложки, лая. Тез мешка нам. Бруми к нам бадыш, буй гализ дуран. Рангиш мирал. Рангиш мирал. Мисо? Мисо лая. И на эти сложки тез шка нам, да, мисо? На эти сложки мешка нам. Ага, она не гофнет. Шикасик любой живой гудака нету на ярак на вайкна. Ам хелас, тез шикананда, ишам яки аз. Маминту ям бехатар ишай баран. И что вы советуете, где покупать игрушки, чтобы они соответствовали стандартам? Игрушки можно приобрести везде. Но они имеют как бы вам сказать, немножко карамелизна, у них цена чуть завышенная, но не вся дорогая продукция, это хорошая. И у них запаха такого противного нету. На внешний вид они имеют такую форму, которую родитель может, смотря на эту игрушку, сказать, что он эти игрушки может доверять своему ребенку. То есть эти игрушки у нас в базарах есть, надо только уметь выбирать. Но это каждого потребителя, это зависит от каждого потребителя.